Всем привет подписчикам, зрителям моих видюшек. Вот хотел показать недавнее приобретение. Здесь вот, значит, две породы цыпляток. Одни вот как бурундучки, одни черненькие. Это кроссовые породы. У одних яйца пасхальные, а у других голубоватого цвета. Вот им уже 6-е сутки пошли. Брал их в суточном возрасте. Ну вот, вроде подрастают потихонечку. Это несушки. Вот. Поставим вторую инкубацию. Сделать закладку яиц. Первая инкубация прошла успешно. Выводы хорошие. Родительское стадо работает прекрасно. Поставим второй инкубатор. Здесь вот не работает поворот, приходится самому вертеть. Ну вот так, вроде неплохой агрегат. Ну посмотрим, что получится. Как бурундучки. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока.